Всем привет! И как обещал, сделать видео с игрушками нашего питбуля Марли. Абсолютно все игрушки Марли я найти не могу, не знаю, где он их заносил. Начнем, наверное, с самой первой, которую мы покупали, вот эту вот курицу. Марлюхе было тогда 2 месяца. Сейчас ему 8. Смотрите, игрушка, в принципе, до сих пор жива. Да, есть повреждения, ну, такие маленькие. Пойдет еще. Итак, ладно, давайте поговорим, зачем же все-таки нужны игрушки вашему щенку. Вы уходите на целый день на работу, а собака остается дома в одиночестве. Вы работаете, и понятно, что вы ради собаки не будете бросать работу. Животным надо чем-то заниматься, так как они дома, если у вас нет, предоставлены сами себе. Они могут грызть мебель, я не знаю, ваши любимые тапки, пульты и прочее, все, что попадется. Так вот, оставляйте вашему питомцу игрушки, чтобы как-то занимать его время. Дальше, активным собакам явно недостаточно 15-минутной пешей прогулки по району утром и вечером. Берите подходящую игрушку и устраивайте активные игры со своим четвероногим любимцем. Наградой за ваши усилия будет более спокойное поведение собаки дома, а для самой собаки более здоровое физическое и стабильное психологическое состояние. То есть свою энергию ваша собака будет девать на игрушку. Игрушки иногда это настоящее приспособление, помогающее ухаживать за вашим питомцем и игрой в манере. Большинство грызучек, предназначенных для того, чтобы собака их грызла, попутно решает еще одну задачу – массажирует десны и очищает зубы от налета. Также игрушки помогают наладить контакт с хозяином. Так вот, давайте подытожим. Покупая игрушки, остается рад ваш питомец, ну и естественно остаетесь рады вы, так как у вас, так сказать, все целое. Мебель, тапки, пульты, все, что может попасть в зубы вашему щенку. Не надо его за это ругать, ему надо чем-то заниматься в ваше отсутствие. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии, делаем репосты, подписываемся на канал.